К этому времени мирный договор с Византией, заключенный 30 лет назад князем Олегом, практически перестал действовать. Право беспошлинной торговли для русских купцов византийцы все чаще нарушали. Ужас от вторжения войск Олега стал забываться. От великого князя Русь ждала защиты своих торговых интересов. Летопись сообщает, в году 941 от Рождества Христова пошел Игорь на греков. Десять тысяч кораблей шли больше месяца вдоль западного побережья Черного моря. Далее в летописи говорится: «И пришли, и попленили землю, монастыри и села пожгли, а жителей ввергли в ужас», вторит русскому летописцу византийский историк. «Предали огню побережье Босфора, а из пленных одних распинали на крестах, других вколачивали в землю, третьих ставили мишенями и расстреливали из лука. Священникам вгоняли в головы железные гвозди. Воины Игоря превзошли в жестокости даже воинов Олега. Византийского императора принуждали подписать мир, подтверждавший привилегии русских купцов. И все-таки император Роман I Локопин на переговоры с Игорем не пошел. Он приготовил русскому князю неприятный сюрприз. Когда ладьи Игоря подошли к устью реки Рива, впадавшей в Босфор, и стали неподалеку от столицы Византии Царьграда, их встретили полтора десятка старых хиландий. Так назывались легкие корабли греков. Никакой угрозы для русского флота они, казалось, не представляли. Игорь отдал команду взять хиландии на абордаж и уже приказал готовить веревки, чтобы вязать пленных. Он не знал и не мог знать, что на палубах хиландий размещалось неведомое русским оружие — огнеметные трубы. Прогремел залп. Русский флот был объят пламенем. Это горела нефтяная смесь. Нестор пишет: «Воины, объятые ужасом, бросались в воду морскую, стремясь спастись, но железные доспехи тащили на дно». Остатки флота Игоря спаслись на мелководье. У русских кораблей был особый киль в виде бревна, позволявший ходить по неглубокой воде. В то время как византийским судам, имевшим традиционный киль, требовалась глубина. Игорь бежал в Киев. Большинство воинов не пожелало следовать за вождем-неудачником и осталось грабить византийское побережье. Против них византийский император бросил армию и флот. В начале осени последняя русская ладья была потоплена. Авторитет князя, потерпевшего сокрушительную военную неудачу, пошатнулся. Теперь его власть была ограничена городским вече. К тому же Игорь вынужден был все решать вместе с женой, княгиней Ольгой. Ольга умело управляла городом во время бесславного похода мужа и завоевала у горожан большой авторитет. Киевская знать, формально признавая власть Игоря, настояла, чтобы и впредь мудрая княгиня принимала самое активное участие в делах государства. Игорь считал себя обязанным отомстить Царьграду за унизительное поражение. Вероятно, новый поход на Царьград князь готовил уже вместе с Ольгой, и подготовка шла серьезная. —
Лето 944 года от Рождества Христова Игорь собрал воинов многих – варягов, Русь, и полян, и кривичей, и тиверцев, и нанял печенегов, и заложников у них взял, и пошел на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя. Черноморским берегом двигалась многотысячная конница печенегов. Ударную силу флота составил наемный отряд свирепых викингов. Этой дружиной командовал молодой воевода Свенельд. Жители Херсонеса, мимо которых русские двинулись к Царьграду, донесли императору: «Море вновь покрыто русскими кораблями, и число их несметно». Лакопин, взвесив силы греков и мощь русских, решил не воевать. Он немедленно направил к Игорю послов. Встретив князя в устье Дуная, послы предложили ему такую же дань, какую взял когда-то с Византии вещий Олег. Игорь посоветовался с дружиной, та отвечала: «Когда царь без войны дает нам серебро и золото, то чего более требовать? Известно ли, кто одолеет? Мы ли? Они ли?» Следуя обычаю, Игорь разделил дань с дружиной. Однако расплачиваться с наемниками византийским золотом из княжеской доли прижимистый Игорь не пожелал. Печенегам в счет платы за участие в походе он разрешил ограбить болгарское побережье. Подобным образом Игорь попытался рассчитаться и с предводителем Свенельдом, но тот упрямо требовал звонких византийских монет. Тогда Игорь предложил Свенельду другую сделку – собирать дань со всех западных русских земель. Правда, перед этим Свенельду надлежало покорить уличей, живших между Днестром и Бугом. Племя это отличалось столь свирепым нравом, что в свое время его не смог подчинить даже великий князь Олег. Игорь рассчитывал – Свенельд со своими варягами попросту сгинет в дальнем походе. Дипломаты Игоря заключили с византийцами мирный договор, напоминающий договор князя Олега. Только вот главное – право беспошлинной торговли – Русь утратила навсегда. Основной финансовый интерес Игорь так и не смог отстоять. А тут в Киеве объявился и Свенельд. Он все-таки сломил сопротивление уличей и теперь требовал от Игоря исполнения слова. Он со своими дружинниками желал брать дань со всех западных русских земель. И здесь Игорю пришлось уступить. Свенельд стал его главным воеводой. Осенью 945 года дружинники пожаловались Игорю, что они босы и ноги. В то время как люди Свенельда, сходив в полюдье, купаются в роскоши. Полюдьем назывался обычай, согласно которому воины с князем или его доверенным лицом отправлялись по осени собирать дань – меха, кожи, мед, воск. Одновременно разбирали спорные дела, вершили княжеский суд. Усталый, стареющий Игорь, как пишет Николай Карамзин, хотел мира для своей старости, но корыстолюбие не позволило ему наслаждаться спокойствием. Пришлось Игорю сесть в седло и отправиться за данью к древлянам, уже по Свенельдову следу. Брать дань дважды было против обычая. Но характер есть характер. И вторая дань не удовлетворила Игоря. Он отправился к древлянам в третий раз.
Древляне же, услышав, что он идет снова, пишет Нестор, держали совет с князем своим малым. Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, то всех нас погубит. И послали к нему, говоря: «Зачем идешь? Забрал уже всю дань». Игорь не внял древлянским старейшинам. С Игорем было мало воинов. Он и мысли не допускал о том, что племя, когда-то беспощадно усмиренное им, осмелится восстать. Но он жестоко ошибался. Восставшие древляне порубили дружинников, а князя Игоря захватили в плен. Древляне казнили Игоря, привязав его к вершинам двух согнутых деревьев. Князь был разорван надвое. Так бесславно закончилось правление Игоря. Впервые в истории российского государства нарушение договора с подданными привело к убийству правителя. Впервые русским государям был дан урок. Границ обычая не следует переходить, даже с самыми терпеливыми подданными. Княгине Ольге предстояло теперь взять на себя ответственность за Русь, стать первой русской православной святой и отомстить за Игоря. Игорь Рюрикович. Великое княжение его было с 912 по 945 год от Рождества Христова.